Хотя здесь полноценное спальное место, то есть дальнобойщик разместится с большим-большим-большим комфортом. По-моему, его все ждали. Все ждали, да, действительно. Все ждали эту машину. Любители охоты, рыбалки, путешествий. У этого двигателя еще очень-очень-очень хороший крутящий момент. 420 ньютонов на метр. Я уже хочу такой автодом, но полный привод и без туалета. У нас пока не запрещено в Лопухи. Управление, раздатка, как я уже сказал, через шайбу. То есть все электронное. Понижайка — это 2.82. Константин Проу. Про технику, про предприятие, про людей. Друзья, добрый день. Последний день выставки. И я все-таки отбросил свою лень в сторону и решил снять стенд газа. Тем более, что нашелся специалист, который осмелился рассказать о новинках. Это Георгий. Добрый день, Георгий. Ну, наверное, не зря вы эту машину поставили здесь. Это, наверное, один из самых интересных экспонатов ваших. Скажем так, нестандартно для газа видеть седельный тягач магистральный. Это не газ. Это компания «Нижегородские грузовые автомобили», которая арендует производственные мощности у Горьковского автозавода, но делает все машины сама. То есть мы имеем 45-й, 18-й и там дальше уже и 33-й. Это вот эти три машины, они будут производиться компанией «Нижегородские грузовые автомобили». Георгий, а обозначение — это полная масса, да, автомобиля? Да, да. То полная это... масса, соответственно, 45 – это полная масса автопоезда. Автопоезда, да? Да, ага. Все верно. А я правильно понимаю, что за основу был взят «Фотон»? Мы предпочитаем говорить, что это как бы от наших партнеров, с кем мы сотрудничаем. И сейчас машины собираются по СКД, потом будет локализация. И она будет достаточно полной. Скорее всего, даже дойдем до того, что завод будет пытаться адаптировать наши российские моторы под эту машину. Моторы. А моторы какие? Ярославские или какие-то? Да, ЯМЗ. ЯМЗ, да? Да. Здорово. Ну, то есть пока можно сказать, что здесь, наверное, 100% это все... Или что-то есть уже наше? Не 100%, все-таки, да. Мы сейчас пытаемся, ну, как мы, Нижегородские грузовые автомобили, пытаются сейчас локализовать те узлы, которые локализовать легко. То есть, скорее всего, там какой-то навесной, аккумуляторы, там, стекла, то есть по мелочи. Потом сейчас с каждым разом все будет больше, больше, больше и больше. Я был у вас на сборочном конвейере, мне тогда поразило уровень автоматизации. Честно говоря, я не думал, что у нас роботы собирают все это дело сварочные. И покраска у вас классная, с катафорезным грунтованием. Итак, Константин, маленькая поправка, потому что это стенд все-таки не чисто группа ГАЗ, это компания СТТ, современной транспортной технологии. Это эксклюзивный дистрибьютор техники не только газа, но, как уже сказал, это Нижегородские грузовые автомобили. Соответственно, автобусы – это ПАС, это Ликинский завод. В общем, глобально все. Это все. Реализация, сервисное обслуживание, запчасти – все целиком. К Соболю? Давай. Перед нами Соболь НН. Версия микроавтобус, которую тоже ждали. Двигатели первое время стоит Каменс, потом сейчас появится новый мотор G-серии 2.5. Чем он приятен? У него мощность уложена в доналоговые 149 копейками. При этом он сочетается с шестиступенчатой коробкой передач. Это, собственно, разработка газа. И у этого двигателя еще очень-очень-очень хороший крутящий момент – 420 ньютонов на метр. В чем преимущество микроавтобуса? Это салон-трансформер. Условный второй ряд, он ставится по ходу движения и против движения. Третий ряд двигается по салазкам. Причем, если посмотреть, ход достаточно большой. И если мы подвинем кресло максимально к этому, спинка раскладывается на 180, получается спальное место. Можем даже пройти к багажнику. Механизм регрувки, в принципе, очень простой. Тянем вот эти два рычажка на себя, кресло двигается. Кресло тоже снимается. Эта концепция, она потом во всех машинах будет применяться? Или это какой-то немножко премиум, ну, нет, комплектация? Нет, это микроавтобус, обычный, стандартный. Это базовый. Это серия. Коллеги, а теперь минута рекламы. Как вы знаете, залогом качественного продукта является чистое оборудование. А чистое оборудование легче всего получить при использовании СИП-моек. СИП – это метод очистки внутренних поверхностей труб, емкостей, технологического оборудования, фильтров и связанной с ним арматуры без разборки. И прямо сейчас вам в этом помогут ребята из Installation. Посудите сами, ребята не только самостоятельно проектируют, изготавливают и монтируют СИП-мойки в любой сложности, но еще и проводят экспертизу, очистки и оптимизируют затраты. С нынешними ценами это весьма актуально. Также ребята выполняют проектирование, производство и монтаж оборудования из нержавеющей стали любой сложности.
Обращайтесь, контакты в описании. Ну, собственно, внутри. Что у нас здесь самое главное и самое комфортное, за что мы любим Соболи и Газели? Подрессоренное водительское сиденье. Вот здесь механизм, на котором выставляешь вес. Ну, понятно, пружина. Свой, да? Собственный, да. И у тебя сразу повышается, в принципе, плавность хода и комфорт. Оснащение, что уже здесь видим, оно достаточно богато. Это мультируль, мультимедийная система, два кондиционера, один на свой, на пассажирский отсек, второй, разводка по потолку. Микроклимат в салоне обеспечивается очень-очень-очень неплохой. Георгий, насколько я помню, в этой машине, по-моему, впервые вы применили соединение элементов всех электронных по коншине. Обрати внимание вот на этот прекрасный стендик. По буковкам H2 понятно, что это 535-й ярославский движок, работающий на водороде. Я надеюсь, баллон пустой? Конечно. Безопасность превыше всего. Какие у нас сейчас существуют концепции по использованию водорода? Первое – это на топливных элементах, когда происходит электрохимическая реакция, и, по сути дела, мы получаем электромобиль, работающий на водороде. Такое завод уже проходил. Что вот это такое? Это ДВС, работающий на водороде чистом. Просто, то есть практически, ну, то есть там заправляем... процесс сжигания происходит, да? Да, да, да. Заправляемся водородом и едем. Слушай, а такой тогда вопрос. Сколько вот такого баллона, какой пробег примерно хватает? Слушай, я тебе сейчас здесь не скажу, потому что это больше сейчас концептуальное решение. Но вот объем баллона 210 литров, ну, я думаю, он будет сравним с обычным ДВСом. Понятно, что это развитие именно самой концепции использования альтернативных видов топлива. Слушай, и это демонстрация того, что завод может и тоже держит руку на пульсе. А есть какие-то планы по строительству заправок таких? Я знаю, допустим, в Штатах есть водородные заправки, а у нас... Это надо спрашивать не нас, а руководство нашего государства, потому что понятное дело, что эта техника новая. И, в принципе, в мире сейчас не так много автопроизводителей вообще, в принципе, кто занимается подобной технологией. На моей памяти это только... То есть это не как бы это проект, это демонстрация возможностей. Конечно, конечно. Чуть-чуть покажу тебе кое-что, что самое интересное. Что ты видишь перед собой? Ну, я вижу шикарный фургон. Нет, ну, а по классике, что вот это вот у нас такое? Это... А в чем, как думаешь, в чем отличие? Отличие от чего? От обычной «Газели НН». Ну, насколько я помню, передняя подвеска доработанная. А, вот. Ну да, 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 но более не совсем. Комфортная. Не совсем. Загляни в салон. Широкие распашные двери сзади. Но это плюсы модели в принципе. В принципе. Ну, салон, симпатичный салон. Внимание на селектор. Это «Газель» с роботизированной коробкой передач. А чья коробка? Наша. А, вот, то есть то, что было на выставках на предыдущих, это все наше. Внедрили, да? Да, да, да. Молодцы. Сделан робот на базе пятиступки. Проверяем, смотрим. Сразу вопрос, будет ли делаться такой же робот, но уже на базе шестиступки. Скорее всего, это прорабатывается и будет. Но пока сделали на пятиступке, смотрим, как клиенты отреагируют на все это предложение. Смотри, во-первых, у нас здесь снижена высота кузова. Этот автомобиль может спокойно проезжать в паркинге, где высота ограничена на 2,5. И боксы мойки тоже на 2,5, он в них поместится. Ну, насколько я помню, у вас несколько типов крыши. Да, 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 да. А шиновка односкатная. То есть односкатные колеса стоят. Что это дало? А по грузоподъемности? И не только. Видишь, колесные арки маленькие. А, то есть фургон больше получается. Фургон больше, и европалету здесь уже поместишь, прямо между колесными арками. То есть можно спокойно вдоль ставить, ну... 3, и здесь тоже она поместится легко. А по грузоподъемности он не потерял? То есть это «Газель», поскольку название «Газель», него... то есть это 1,5 тонны? Нет, у него здесь, здесь 950. А, 950 килограмм. Да. Ну, то есть все-таки из-за шин пришлось грузоподъемность... Ну, полная немножко... масса 3,5 здесь. Полная такая же осталась? Да. А грузоподъемность 950? 950, да. Не, ну обычный... А, ну тут фургон больше весит. Все, я да, понял. Да, да, да. Это у бортовой же у нас 1,5 тонны. Установки безвоздушной гидроабразивной очистки WasserJet, разработанные и производятся в Уфе, представляют собой камеры для обработки деталей свободным абразивом в струе воды. Установки легко удаляют нагар, окислы и коррозию с металлических и пластиковых деталей.
Только наши аппараты умеют удалять порошковую краску с поверхности без пыли, без химии, без нагрева. После нашего аквабластинга не клинит двигатели. Наша технология сочетает в себе интенсивность дробеструйной обработки и бережную очистку струйной мойки. Воздействие на поверхность регулируется давлением воды и типом абразива. Оборудование работает без компрессора. Вместо сжатого воздуха абразив разгоняется насосом высокого давления. При этом насосы не соприкасаются с абразивом. Установка не пылит. В камере не образуется избыточное давление. Не требуется аспирация. Мы продаем готовые к работе станки. Не требуется покупать дорогостоящий винтовой компрессор. При этом эксплуатационные расходы до 2 раз ниже аналогов. Ваша выгода от 100 тысяч рублей. Обзоры оборудования и примеры обработки смотрите в нашем телеграм-канале. По-моему, его все ждали. Все ждали, да, действительно. Все ждали эту машину. Любители охоты, рыбалки, путешествий. Разные, наверное, компании, которые работают в сельхозместности, электросетевики и так далее. Опять же, начнем с самого главного. Под капотом мотор G-серии 2.5, 149 лошадей, 420 ньютон-метров. Здесь гидрокомпенсаторы стоят, значит, регулировать теплозазоры не придется. Удобная компоновка, обслуживать его тоже просто. А по трансмиссии можешь рассказать? Полный привод? Расскажу, здесь все новое. Тут привод через раздатку реализован или как у паркетников? Здесь через раздатку, но раздатка с электронным управлением шайбы в салоне. Во-первых, опять же, смотри, что было на прошлом полноприводном Соболе. Обычная пятиступка, здесь уже шестиступенчатая наша коробка, про которую я тебе говорил. Управление, раздатка, как я уже сказал, через шайбу, то есть все. Электронная, понижайка, это 2.82. Что еще у него здесь в большом плюсе? Увеличенный дорожный просвет. Сколько? 220 под задним мостом. Здесь, наверное, вообще сантиметров 40, мне кажется. 220 под задним и 250 под передним. Мы избавились еще от одной черты, что у прежнего полноприводного Соболя было очень мало под передней частью кузова места. Теперь больше. Клиренс выше здесь. Но здесь же независимая спереди подвеска же, да? Да, а это... Нет, подожди. Она на рычагах. А, на рычагах. То есть, ух, как интересно сделано. То есть тут, смотрите, ребята, редуктор здесь, стоит, да. Здесь подвеска на рычагах, здесь новый подрамник. Новая рулевая рейка, собственные ступицы и поворотник кулаки. А самое главное, как думаешь, крестовины есть здесь? Ну, вряд ли, наверное. Нет, здесь шрусы. Мне кажется, знаешь еще что? Понятно, машина классная, будет иметь успех, ну, при определенной, наверное, денежной политике, да? У нас, мне кажется, машины не хватает подобного класса, но чуть-чуть компактней. То есть это все-таки такой автомобиль для семейства, для частного использования. Ну а что компактнее? Это вот Соболь самый компактный, что может быть. Помнишь, ролик был, я сравнил с Деликой. Ну то есть форм-фактор немножко поменьше. Вот. Но будет... Ну для семейного использования. То есть машина классная, безусловно. Но для... А чем тебе это не для семейного использования? Пока это вариант комби, потом наверняка сделают микроавтобусы. Вот тебе для семейного использования. Обиспользуйся. Давайте зрителей спросим, вот аналогичный автомобиль, полный привод, с раздаткой на раме, по сути это джип, но в чуть меньшем формате. Вот вы пишите свои комментарии, вот, а специалисты группы ГАЗ маркетинга, возможно, прочитают и задумаются. Мы им передадим. Передадим. И лет через 5, может быть, выйдет версия чуть меньше. В принципе, ГАЗ чем отличается? Это модульностью своей. То есть вы... ГАЗ здорово сделал, что вот у них, по крайней мере, по длине, допустим, по высоте крыши, это модульный принцип, когда можно увеличивать. Да, ну. Смотри, в чем еще плюс. Насколько мне известно, у этой машины еще будет как бы две версии, две комплектации. Вот условно стандартная, как ты сейчас видишь, а еще будет внедорожная. А, еще у нее? Куда еще внедорожнее, так мне кажется? У нее в ПТС уже будет лебедка, шноркель. То есть вот внедорожное оборудование, которое не придется регистрировать. Уже оно будет само здесь установлено. Это классно. Прописано. Ну и резина, наверное, другая будет. Да. Не, вид действительно такой, как это принято говорить, борзый вид. Это точно. Но тебе само нравится? Конечно, нравится. Я даже больше бы сказал, я мечтал бы о таком автомобиле. Я живу в частном доме, в деревне. У меня рядом озеро, я сам езжу на рыбалку за грибами. Мне бы такой автомобиль был бы классно, но все равно большеват. Вот в виде автодома, наверное, вообще будет. А иметь... это мы потом подойдем, посмотрим. А у вас тут автодом еще есть? Конечно. Обалдеть. Слушайте, смотри, ну, еще вот, пара важных нюансов. Тех, кто любит путешествовать по России, ребята сделали автодом. Здесь блокировки стоят, передние и задние еще. И передние даже стоят? Да, электромеханические.
Слушай, ну проходимость будет хорошая. Я где-то смотрел такую машину, ну предыдущую сравнивали с буханкой, с УАЗиком. И в принципе она, я так сказал, не особо проигрывала. Ну тут у тебя комфорта будет гораздо больше. Нет, конечно. Тут это, если говорить про внешний вид, про дизайн, про комфорт, наверное. Но мы все же любим ездить с комфортом, даже на бездорожье. Особенно, когда ты не молодеешь, и у тебя уже начинает болеть спина и все конечности. Поэтому тебе хочется и повеселиться, но при этом доехать с комфортом. Вот на нем ты доедешь с комфортом, да, и безусловно, веселье получишь. Безусловно, согласен. Ну вот это, наверное, вообще обалденная вещь. Но автодом. Это тоже полноприводная версия? Нет. Это просто газель, но автодом. Да. Так. Молодцы. У нас внутренний туризм развивается. Это едва ли сейчас не государственная концепция. А поэтому ездить по России на автодоме одно удовольствие. Пошли внутрь. Вот как раз про модульность мы говорили. То есть есть вставка дополнительная. Здесь уже больше база. Больше длина. У нас здесь самая большая база, это L4. Вот правильно сказал, самая большая база L4. Соответственно, имеем, что имеем. Ну, давай заглянем внутрь, потому что давай. В автодоме все самое интересное внутри. В этом автомобиле может спокойно поехать семья из 4 человек. Мне кажется, больше даже. Даже туалет есть. Туалет и душ. Смотрите, грамотно как сделано. То есть это не выглядит как-то, знаете, какой-то самоделкой. Тут именно... Использую, у нас специализированное все. То есть стыков почти нет. Смотри, почему еще взяли фургон, да, сам по себе? Потому что его проще переработать и доделать, чем строить надстройку. Почему я говорю про четырех? Потому что раз, два, три, четыре по безопасности, ремни безопасности, все, притянулись, поехали. Смотри, как удобно. Вот реализация всех функций дома, она вынесена на отдельный удобный блок. Соответственно, что мы видим? Крыша, маркиза, подогрев, помпы. Все удобно, все есть. Круто. Каким бы автомобиль ни был большим, все равно пространство ограничено. Значит, что надо его делать? Использовать рационально. Поэтому спальные места здесь сделаны раскладными. Слушай, это складывается, да, еще? Да, да, да. Это вот как здесь. Вот как ты здесь видишь, оно поднимается. И снизу это ящики. Место везде используется, подогреватель стоит. Да, 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 да. То есть максимально используется все пространство. Еще два спальных места наверху. Как наверху? Палатка на крыше. Да можешь, ты что? Можешь увидеть. Обалдеть. Слушай, а как туда забираться? А вот лесенка. Слушайте, я думаю, машины такие будут пользоваться спросом. Если, то есть частная собственность, наверное, будет дороговато купить такую машину, но вот прокатные компании, мне кажется, с удовольствием будут их брать. Смотри, сразу еще один важный нюанс. Ничего не надо физически делать. У тебя крыша тоже поднимается. Тоже с кнопочкой. Электронно. На кнопку нажал. Два спальных места там наверху. Слушай, ну а про полноприводную версию уже думали? Не могу сказать, но полноприводный же пока только Соболь существует. Но... На Соболе, если сделать. А будет мало места. Посмотри, мы сюда уместили вообще все, что есть. Не, я понял. А технически вот на этот автомобиль, вот допустим, сейчас, поставить раздатку, поставить передний Это надо у газа спрашивать. Ну, мне кажется, это логичным бы было. Потому что все-таки, ну, сам по суде, жить где-то недалеко от трассы, у нас не везде с трассы можно свернуть. В палатке, ну не каждый будет. А вот на природу куда-то выехать от трассы, к озеру какому-то. Слушай, ну согласись, мне кажется, по грунтовке ты на этом спокойно проедешь. По грунтовке, да, если... А зачем тебе полный привод на такой длинной базе? А мы у зрителей спросим тоже. Да, вот зрители, скажите. Пишите в комментариях свое мнение, нужен ли подобному автомобилю полный привод. Я так понимаю, ведь там и минусы будут, это увеличенный расход топлива. Опять же, смотри, цель автодома по максимуму вместить в себя кучу полезных вещей. Душ с туалетом ты уже видел. У тебя есть кухонный блок. У тебя системы хранения посуды и прочих вещей. Ну, концепция максимально по максимуму реализовывать все возможное место, которое у тебя есть. Куча ящиков, куча крючков. Нижний ты уже видел. Да, класс. А, это еще один плюс. Вот в комплектацию этого автодома входит уличная складная мебель. То есть ты можешь, как раз говоришь, приехать на пикник, выйти, разложиться, жарим мясо. Мангал куда-нибудь сюда точно засунешь, потому что место есть. А, над дверью есть маркиза, то есть у тебя есть еще тент. Я уже хочу такой автодом,
но полный привод и без туалета. Зачем тебе автодом без туалета? Люблю в лес. В лопухи? Да, да, да. Ну, жалко пространство, честно тебе скажу. Пространство, ну, а почему жалко? Жалко. Ну, у нас на сегодняшний день довольно много кафешек по дороге. Вот если говорить именно про путешествие по трассе, ну, остановился ты в кафешке где-то. Вот. А если ты все-таки съезжаешь с дороги, но у нас пока не запрещено в лопухи, закона ж такого нет, можно. Ну, всяко лучше, когда у тебя есть нормальный унитаз. Ладно, пишите в комментах, что думаете. Пошли к скорой помощи. L4. Это про базу, ты говоришь, L4. Самый большой. Это, если память не изменяет, L3. Чуть-чуть поменьше. В чем смысл этого автомобиля? Он разрабатывался совместно с медицинскими специалистами. То есть, по большому счету, здесь реализовано все, что нужно врачам, что они просили. Ну, то есть, там внутри вся комплектация, да, есть? Да, да. Его разрабатывали вместе со спецами скорой помощи. То есть, вот что им было нужно, то они здесь получат. Сразу обращают на себя внимание металлопластиковая мебель, кожзам. То есть, это что? Удобно мыть? Удобно и легко. Для спецтранспорта это самое-самое необходимое. Слушай, ну я думаю, у газовцев уже был опыт, наверное, общения с медиком. Здесь было нетрудно. А «Газель» много медицинских было выпущено. Опять же, сколько тебе росту? 1.76 м. А мне за 1.80 м. Смотри, мы оба с тобой стоим полностью. Ага, места хватает. Опять же, в чем это плюс? У тебя здесь больной? В полный рост, не сказать, ты мобилен, ты можешь легко проводить все медицинские манипуляции. Нет, это безусловно хорошо. Опять же, вся бригада может спокойно разместиться. Место раз, место два, место три. В движении все хорошо, все удобно. Опять же, в чем еще здесь плюс? Односкатный задний мост, односкатная ошиновка, колесные арки меньше. Что правильно, более... Ну, здесь и не нужна такая грузоподъемность, правильно? Тут больной. Да, и... здесь опять же все на использование места по максимуму. Полностью все оборудовано, кислородные баллоны. Да, и здесь очень что важно, здесь стоит пневмоподвеска сзади. Пневмо стоит? Да. Но это реанимобиль, поэтому плавность хода здесь должна быть высокая, поэтому здесь стоит пневмо. А это исключительно будет здесь, в медицинском автомобиле, или это можно, ну, и на других машинах заказать? Теоретически, конструктивно это можно ставить и на другие машины. Но я думаю, если здесь реализовали, это будет спецзаказ, да. Но здесь вот сделали специально для того, чтобы это было нужно. Неплохо. Все электрооборудование на рейлингах. Видишь? А, съемное, то есть, да? Да. То есть можно менять, это удобно. Опять же, в чем еще плюс пневмоподвески? Опускаешь заднюю часть. Носилки больного грузить проще легче. Загрузишь. Ага. У нас часто на медбригадах работают женщины. И что, наши хрупкие дамы будут пытаться таскать это все вверх? Нет, конечно. Газ подумал, опускаем пол, пациенты завозят гораздо легче и проще. Ну, как уже повторил, плавность хода, меньше раскачка, с удобством. Так, у нас остался автобус. Он не один. Не один, и большой еще автобус. И большой еще, да. Слушай, если вот такие микроавтобусы заменят маршрутки, это будет круто. Помнишь, это вечно заедающая дверь в маршрутке, в газельке? А вот здесь дверь двойная. Что мы получаем правильно? Удобство посадки, пошли внутрь. Молодой человек, а тут свет включается? Пока что внешне смотрим, это «Газель Сити», автобус малого класса. Для чего, в принципе, он может хорошо подойти? Для экскурсионных поездок. Смотри, какая большая площадь остекления у него. То есть ты видишь все вокруг, поэтому для экскурсий самое-самое то. Опять же, как уже я сказал, широкие сдвижные двери, удобство посадки. Сейчас пройдем внутрь. Очень даже такой комфортный автомобильчик, очень приятный. А это NN или это Next? Просто я смотрю, торпеды еще предыдущего поколения, да, то есть с Next стоит. Но это отдельно, «Газель Сити», это сама по себе, модель, да? Модель, да. Пятиступенчатая коробка. Так, ну, 15 пассажирских мест. Он при этом остается маневренным, радиус поворота 7,2 всего. Ну, вот. Как далеко шагнул газ? Смотри, здесь тоже сзади установлена пневмоподвеска. Тоже, ну, опять же, для плавности хода. Не дрова же возить. Конечно, город. Людей. Людей пневмо нужна. В чем еще здесь плюс? Грузовой отсек, да?
Да. Несколько чемоданчиков войдет. Ну, обычно, если ездим в какие-то короткие поездки, чемоданы не такие большие. Да здесь штук 5 поместится. Ну, я думаю, здесь, да. Здесь больше, наверное, все-таки это городской автомобиль. Да, конечно. Вещи все с собой будут брать. Редко кто может бабушке в сад куда-нибудь. Я говорю, для экскурсии транспорт отличный. Взял с собой какие-то там рюкзаки, положили назад. Ездим, смотрим по городу, изучаем окрестности. Все прекрасно, все отлично. С какого хочешь начать? С желтенького, с беленького? Ну, я смотрю, здесь тоже какие-то топливные элементы наверху, да? То есть это тоже либо газовый, либо электрический. Наверное, а сейчас я тебе скажу. Газовый, да? Да, это газовый. Это CityMax 9 CNG. Уже автобус побольше. Это средний класс. Это тоже городской автобус? Да, да. Но опять же, смотри, что удобно. Ногу высоко поднимать не придется. Да, очень низкий. Низкий уровень входа. Да, сразу оборудовано трапами для, я так понимаю, да, для инвалидных этот колясок. Этот автобус оборудован в соответствии с программой «Доступность среда». Что у нас здесь? Механическая аппарель. Откидываем, коляска заехала, все прекрасно. В кузове применено очень много пластик, композит. Что? Правильно, коррозия отсутствует. А как думаешь, сколько он в себя вмещает пассажиров? Ну, я думаю, человек 30, наверное, мест 20, пассажиры, наверное. Общая пассажиры вместимость общая 84 человека. А, ну это очень со много. Да. А сидячих, наверное, ну, 25. Это едва ли не лучший результат в классе. Общее число мест для сидения, вот стационарных 21, 3 складных, то есть получаем 24. А это сейчас тоже в Нижнем Новгороде производится полностью? Это на Павловском, заводе. Это ПАЗ. Все, понял. Слушайте, как ПАЗик-то изменился, не узнать его прям. Это уже CityMax 12, это Ликинский завод, это ЛиАЗ. Тоже городской автобус. Смысл в чем? Он низкопольный. Соответственно, мне кажется, он еще ниже, да? Конечно. Или это просто пнему сдули? То есть он, наверное... Смотри, он оборудован системой книлинга. Это что значит? Он может наклониться. То есть он наклоняется влево-вправо? Как... Ну, да. Соответственно, но здесь получается вправо, потому что здесь двери. Он наклоняется, еще больше обеспечивается удобство посадки. То есть не именно наклоняется, не просто приседает на пневме, а именно он наклоняется. Да-да-да. На пневме. Да-да. Здорово. Смотри, какие большие проемы. С коляской удобно проходить, заходить и помещаться. Опять же, в чем еще плюс? У нас система чистого пола. То есть у тебя к полу нет никаких креплений. Причем сделан в виде корыта, то есть вода никуда не попадет уже. Здесь все заклеено, да? Да. Я так понимаю. Пропаяно даже, сказал бы. Не заклеено, а пропаяно. В принципе, для автобусных парков это удобно, потому что мойка упрощается. Смотри, ни одного кресла, да, у нас не присоединено к полу. Опять же, доступная среда, механическая аппарель. Опускаем, заезжает. Коляска встает. Здесь пассажировместимость уже 115 человек. Да, здесь есть все. Мультимедийные экраны, USB-порты для удобства размещения пассажиров. Тут двигатель находится, да? Да, скорее всего. То есть получается он с левой стороны по ходу движения немножко силовый? Да, здесь моторный отсек. Собственно, как это происходит? Вот понимаешь, вот он наклонился, у тебя практически вровень с тротуаром, и ты спокойно вышел на землю. Ну это уже магистральный получается автобус. Это круиз. А это какой завод делает? Этот туристический автобус, он готовится к производству тоже на Ликинском заводе, то есть это ЛиАЗ. Тоже ЛиАЗ. Да. Панорамное стекло. Большая огромное. Обзорность? Огромное. Огромное, правильно. Стекло лобовое в высоту, наверное, 1.2 метра, да, если не будет больше. То есть сам автобус получается 2.5 шириной, да, и в высоту больше 2 метра. Стекло. Что у нас здесь? Кресло. Мягкие, эргономичные, опускаются. Системы хранения тоже для вещей удобно расположены. Дополнительно в этот автобус можно установить биотуалет. Вот. Вообще, видеонаблюдение, вся камера, это 9 штук здесь стоит. 9 даже? 9, да. А, ну, видимо, снаружи еще. Да, скучно. Сидушки классные какие, смотрите, с этими под ноги. Соответственно, что правильно, здесь еще и вытяжка стоит. Сразу автоматически. Конечно. Ну да, чтоб весь салон не дышал потом лопухами. Ну, кстати, давай смотри, я человек крупный. Да, кстати, Георгий крупный достаточно. Войдет, нет? Слушай, вошел. Я вместился. Вместился.
Да, даже мне в голову сейчас пришло, почему-то, я сейчас заезд дверь, Георгий не выйдет. Нет, я вылез. Слава богу, все туалет обошлось. С биде, раковина. Даже раковина, слушайте. Да. Ну, чуть, конечно, меньше, чем в самолете, но тем не менее, вариант тоже неплохой. Камин, судя по всему, установлен, да, они любят красный цвет красить. Ну, я так понимаю, это, да, Каминс, но концепция-то тут может быть, да, и любой двигатель. Да. Слушай, а это тоже пластик, да? Тоже, да, пластик. Да. Композиты. Наше все. Какой сейчас в автомобильном мире главный тренд? Главный тренд в автомобильном или в грузоперевозках автобусов? Ну, давай глобально в автомобильном мире. Ну, глобальный тренд – это, наверное, альтернативные источники энергии, то есть, в частности, электрические. А еще что у нас помимо электрификации? Экономия, использование различных видов топлива чистого, то есть, чтобы экологичность. А как насчет убрать водителей из-за руля совсем? Слушай, ну, я так понял, что в нашей стране это не грозит. Ну, я говорю глобально, в мире. Глобально, ну да, это с автопилотом. Правильно, автопилот. Я разговаривал с ребятами с КАМАЗа, которые ведут разработку этих машин на КАМАЗе. Они сказали, что водителя совсем все-таки не уберут. А скажи, пожалуйста, он будет рядом сидеть. Почему только на КАМАЗе? А не знаю, просто получилось, что я был у них в гостях на КАМАЗе. Смотри. Да. Ну, понял, да. Вот это да, это совсем глобально. Это автономная транспортная платформа. Ну, я все же выскажусь свою точку зрения. Это не для дорог общего, конечно, пользования, это где-то внутри. Пока это концепция цеховая. Цеховая, да, правильно. Производственная. Почему сказал, что полностью профессия водителя не уйдет? Потому что у нас присутствуют дороги в зимний период, когда заносят разметку, а все-таки машины, они ориентируются частично по разметке. Да, здесь все, соответственно, у нас полный комплекс радары, лидары, заложена программа, он по ней ездит, передвигается, камеры, навигационная аппаратура. Причем нештатная ситуация возникает, идет информирование диспетчера, соответственно, он может вмешаться в процесс и остановить машину. То есть, конечно, на полный откуп здесь никто ничего не отдает. Знаешь такую компанию, как Amazon? Да, конечно. Слышал. А ты видел их недавнюю разработку, вот фургоны доставки такие? Нет, не видел. Городские. Такой большая черная история, тоже с низким полом. Это автомобиль, электромобиль для служб доставки. Ты водитель, ты по совместительству еще и экспедитор в таких машинах. И разносчик товара. Тебе, чтобы никуда там не выходить, ничего не наделать, ты прям взял отсюда, зашел в грузовой отсек. У тебя подъемная сдвижная дверь на электроприводе. Да, да. И ты спокойно со стеллажей берешь коробки, выносишь и... Все в порядке. Это очень-очень-очень удобное транспортное средство. Будете на Amazon продавать в Америку? Да у нас своих хватает. Но пока это тоже... У нас есть не Amazon, у нас есть Озон. Пока это тоже концепция. Озон, Wildberries. Это концепт, это тоже символ того, что завочане находятся в тренде. Держат руку на пульсе, соответственно, современные технические решения, они приводят. То же самое, как я тебе раньше показывал с водородным двигателем. История точно такая же. Так, ну что, давай 45-й посмотрим сейчас снова. Давай. Ну смотри, сразу на себя внимание, обращаю внимание, большая кабина, она высокая. В принципе, даже я стою здесь в полный рост. У тебя полноценный... А сколько у тебя рост? За 1,85 м где-то. Ага. У тебя здесь полноценное спальное место, то есть... Дальнобойщик разместится с большим комфортом. Климат-контроль, холодильник, сиденье подрессоренное, люк крыши, там зимний пакет у нас здесь стоит. Коробка, если не память не изменяет, это ZF Traxxon. Ну и движок, по-моему, Каминс. Короткая база, высокая маневренность, баки 840 литров, общая емкость. Запас хода очень большой, то есть 2000, даже больше спокойно. Все постепенно, локализация будет расти у этой машины, реально будет. Просто вот реально уже производственный план. В общем, огромное спасибо Георгию и руководству компании ГАЗ за возможность сделать такой небольшой обзор. И не только компании ГАЗ, а компании современной транспортной технологии. Потому что стенд этот современной транспортной технологии общий. И мы рады показать вам все наши передовые решения, которые предлагает отечественный автопроизводитель. Спасибо. Давайте. Удачи вам. Ну что, как вам стенд ГАЗа? Мне кажется, круто.
Если хотя бы частично из того, что здесь показано, будет реализовано в жизни, то это будет хорошо. Ждем полноприводную версию Соболь НН. Ждем автодома. Ну, я думаю, скорая помощь тоже всем не помешает. У меня к вам будет несколько вопросов, как бы пожеланий написать в комментариях свои мысли. Мне кажется, был бы очень востребована комплектация автодома на полном приводе с возможностью выезда, может быть, даже не на такой большой базе. Наверное, нужна, конечно, и такая машина. Но если говорить, допустим, про раскладывающуюся палатку наверху на крыше, про маркизу, то я думаю, что в такой комплектации машина нужна на полном приводе с возможностью все-таки выезжать куда-то подальше от дорог общего пользования. Но это мое предположение. Понятно, что клиентов может быть много, у всех свои запросы, свои требования. Решение делать седельный тягач уже на базе готового тягача «Фотон» – это тоже правильно. Это гораздо проще и экономически обоснованнее, чем разрабатывать с нуля свой седельный тягач. То есть проще купить машину, купить технологию и постепенно локализовывать. Что еще хочу сказать? Спонсором моей поездки на эту выставку стала компания «Интерприцеп». Я у ребят был уже в Ставрополе в этом году. Сейчас покажу ей экстенд. В общем, молодое достаточно предприятие, но я думаю, что та энергия, тот блеск в глазах, который у них есть, позволит им сделать на рынке прицепной техники очень многое. По крайней мере, с той скоростью, с которой они выпускают новинки, говорит о том, что ребята трудятся, не покладая рук, и не боятся трудностей, не боятся работать и не боятся выпускать новую технику. Подписывайтесь на канал, ставьте там, как положено, все всегда так говорят, ставьте лайки, пишите комментарии, просматривайте. Лайки можете не ставить, но комментарии пишите. Какие девчонки идут симпатичные, смотрите, GT7. Эх, где моя молодость? В общем, как-то так. Выставка большая, интересная. Пора сворачиваться, ехать домой. До новых встреч!